вітаю прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гравочук. І сьогодні тема нашої прес-конференції така. Естонці в Дніпрі про співпрацю, політику та симуляційні навчання у місті. Сьогодні в наших гостях Маті Райдма, депутат парламенту Естонії, голова естонсько-української групи «Дружби». Я вас вітаю. Та Дмитро Теперік, директор естонсько-української програми «Стійка Україна». Я вас вітаю. Ну що ж, перше питання, Дмитро, до вас. Чим же Дніпро зацікавив Естонію? Ми працюємо в різних южних і восточних областях України, починаючи з 2016 року. І Дніпро – це один із тих містів, де ми починали працювати. Ще в 2015 році я і моя дослідницька команда, ми приїхали тоді з цілею изучить опыт военных добровольцев и волонтеров, которые из Днепра помогали Украине и ее народу отстоять свою независимость и бороться с российской агрессией. То есть тогда у нас уже началось очень плодотворное сотрудничество с Днепром, его жителями, экспертами, в том числе и журналистами. И потом, когда программа стала развиваться, программа «Стійка Україна», мы всегда приезжали с удовольствием в Днепр, поскольку мы считаем, что это является одной из такой, ну, ключевых точек, где можно исследовать практические применения стойкости. Ну, власне, детальніше так про програму «Стійка Україна» поговоримо трохи пізніше. А зараз, Маті, розкажіть, будь ласка, чому ж Естонія впровадила симуляційні навчання саме в Дніпрі? Да, російською, без проблем. Маті, чому іменно в Дніпрі Естонія, да, от провела учення такі, тренінги? Ответ может быть двух направлений. Во-первых, конечно, Днепр очень важный и большой город в регионе. И у нас и тут такие тесные связи уже исторические есть. С одной стороны. Но с другой стороны, наша цель именно быть везде в Украине. Не только вот столица и все проекты концентрируются там, а именно вот такой децентрализация проектов, я считаю, что это очень важно. Потому что, конечно, цель наша... Стойкость Украины, как вот такое название проекта. Стойкость получается, когда все процессы быть лучше готовым разным вызовам и государства, и народ. Поэтому я очень рад, что мы сегодня в Днепре и учения показывали очень и очень такой высокий уровень экспертизы. И мы надеемся, что мы смогли вот это развитие еще глубже и дальше развивать именно между разными организациями. Мати, а вы в Днепре первый раз? Да, я первый раз, но... Ваши впечатления от города? Очень хорошие. К сожалению, это только... гостиница, место учения и дорога между этими двумя точками. Но точно я получил такой смысл, что я сюда возвращусь, и не только по работе, что в самом деле видеть эту красоту, которую я почувствовал, но не успел еще войти. Обов'язково повертайтеся. Пане Дмитро, від вас теж кілька слів, чому саме Дніпро, чому саме тут симуляційні навчання? Я полностью согласен с Матти, потому что Днепр является, как я сказал, одной из ключевых точек в Украине, и мы хотим, чтобы стойкость строилась с разных регионов, с разных громад, с разных городов, и мы видим, что в Днепре есть очень большой потенциал для этого. В течение двух дней, когда мы проводили учения, многие участники показали высокий уровень профессионализма, показали желание сотрудничать между ведомствами, службами, организациями, как из силового блока, так и из средств массовой информации, из гражданского сектора, а также из
представителей власти. То есть и вся вот комбинация тех навыков, знаний и умений, которые мы собрали в течение 2 дней в Днепре, показал о том, что этот город, во-первых, имеет большой потенциал для развития подготовки к кризисам. И этот потенциал, конечно, надо, ну, с одной стороны, конечно, исследовать, а с другой стороны, передавать и другим городам, областям и регионам Украины. Поэтому то, что учения вчера и позавчера прошли в Днепре, для нас, нашей команды, программа «СТК Украина», и команда наша поистине является эстоно-украинской, смешанной, для нас это, конечно, является историей успеха. Дмитро, а якщо більш простішими словами, саме для глядачів, кого навчали та чому саме навчали? Ну, если мы говорим про участников учений, то там были представлены разные ведомства и службы, были представлены спасатели, то есть те, которые отвечают за нашу физическую безопасность каждый день и занимаются чрезвычайными ситуациями, были представители национальной полиции, представители Национальной гвардии Украины, также были представители Збройных сил Украины, журналисты, лидеры мнений местные, представители областной государственной администрации. То есть очень межсекторальная группа, которую мы потом еще разделили на две группы, чтобы они смогли работать параллельно. И если говорить про цель учений, это не был тренинг. То есть это не был тренинг, это была, можно сказать, простыми словами, симуляционная игра, которая основывалась на кризисном сценарии. И участники, да, и участники должны были в течение вот 2 дней проходить разные этапы этого кризисного сценария. Могу добавить, что суть стойкости, и это мы в Эстонии тоже стараемся развивать, это процесс в том, что к разным кризисам, чрезвычайным ситуациям, разные вот эти группы, службы очень серьезно, профессионально подготовятся. Но стойкость будет выше тогда, когда именно между ними становится вот такое рабочее отношение с одной стороны, но целью помочь друг другу. Вот если эта связь развивается, и тем теснее это будет, то более стойки будет и государство, и общество встретить разные вызовы. Дмитро, можна ще, будь ласка, якийсь приклад, там, наприклад, які навчання були саме? Що я маю на увазі? Щодо взаємодії, щодо практики, яка була практика для учасників? Можливо, там були якісь умовні ситуації, як би вони діяли між собою? Наприклад. Цікаво. Да, это сценарий наша команда стала разрабатывать уже с июля месяца прошлого года. И кризисный сценарий включал в себя много разных ситуаций. Были предусмотрены эскалации того или иного кризиса и конфликта. И мы туда заложили элементы разных кризисов. То есть это не только, допустим, кризис, связанный с природными катастрофами или с техногенными. Там были элементы также и информационных атак, были элементы, связанные, с, конечно, с природными катастрофами, были элементы, связанные с непониманием одной или другой группы населения, были элементы, связанные с тем, что надо было принимать совместные решения, сначала эти совместные решения разрабатывать внутри групп, потом их принимать и, что самое важное, доносить при помощи эффективной коммуникации до населения через, ну, скажем, средства массовой информации или через социальные медиа. То есть мы, по сути, за 2 дня проработали несколько таких пластов, несколько слоев. Конечно, это был искусственный кризис, но тем не менее в нем очень много было реалистичных деталей. И мы, конечно, специально не разглашаем все детали этого сценария, поскольку он очень длинный. И те 2 группы, которые работали вчера и позавчера, смогли проработать, ну, только небольшую часть сценария, поскольку у них все-таки очень много времени заняла и групповая динамика. И как раз-таки наши хорошие фасилитаторы,
которые работали в группах, смогли направлять группы на том, чтобы они могли разрабатывать совместные решения. Как вот Матти хорошо сказал, каждая служба, каждое ведомство, разумеется, имеет свои профессиональные навыки, свои профессиональные специфические алгоритмы, как они принимают решения. Но когда они собираются все вместе, вот им надо сначала найти общий знаменатель, договориться о правилах и потом уже смотреть, в какую сторону будет развиваться кризис, какие есть прогнозы, какие могут быть у кризиса последствия, учитывали ли они все составляющие, не только, как я сказал, связанные, допустим, с средой, с там, природными явлениями, но и с также человеческими факторами. Потому что любая эскалация кризиса предусматривает то, что могут, допустим, начаться волнения в обществе, отдельные группы населения могут не воспринимать информацию так, как ее, допустим, доносят власти, могут себя вести во время кризиса не совсем адекватно. То есть вот все вот эти шаги и возможные сценарии развития ситуации мы попытались в этой симуляционной игре учесть. И вчера, когда у нас была обратная связь от участников, я очень рад заявить, что все остались не только довольными, но ушли с наших мероприятий богаче новыми знаниями, а также новыми контактами. Как мы говорим о кризисном мире, какой мы профессиональный бэкграунд, то в кризисе, что случается в реальности, что очень часто первые вещи, которые становятся не работать и мы выражаем это, что горят, это бумаги. То есть мы готовим бумаги, протоколы, мы готовимся. Но реальность почти всегда принесет экстраординарные ситуации, сюрпризы и ведет до этого, что в самом деле такая командная работа между разными ведомствами и представителями общественных организаций – это ключевой компонент для успеха. Матти, еще к вам вопрос. Чего нам не хватает, да, украинцам? Хочется услышать немножко критики. Золотой ключик. Ну вот да. То есть все, что мы говорим, и тоже тут сейчас через программы делаем, это все процесс. И самый главный компонент, чтобы процесс существовал. Тут нет такого оконечного результата. Тут нет такого, что вот, насчет вопроса, что делать и делать это, и получается самый лучший никогда. Это вечный процесс. Если мы говорим насчет подготовки кризиса, но когда мы говорим насчет развития государства, этот процесс и мы в Эстонии прошли, получили свой опыт. Каждое государство в обществе это разное, но самое главное иметь такие цели, такой процесс. И поэтому я очень рад, что могу участвовать здесь в этом проекте, чтобы передать свой опыт, свои знания, меняться, потому что такие проекты всегда это обмен. Не только мы для этого, чтобы учить или помочь, это мы сами учимся, и может больше разный опыт, который тут и в Днепре очень богатый, мы учимся тоже это время. Очень много. Я благодарен за это. Мати, еще к вам вопрос. Кстати, было именно сейчас проводить эти учения. Как раз у нас сейчас, да, есть вероятность войны, еще большей войны, да, всем известной ситуации. Насколько, да, вот именно это было сейчас уместно проводить такой тренинг? Актуальность? Это всегда актуально. В этом смысле. С другой стороны, если брать опять концепцию, эту ситуацию, где сегодня Украина находится, то
такие действия в обществе не должны обоснованы быть на страхе. Наоборот, это вырастает самоуверенность. И на базе самоуверенности развить процессы, быть готовыми к разным кризисным ситуациям. И в данном случае даже до войны это абсолютно другое. И с другой стороны, тем больше стойкости государства, тем больше доверия между государством и обществом, тем больше вероятность, что желание кого-то напасть или влиять в Украину уменьшается. Дякую, Дмитро. Ще кілька слів хочеться від вас. Чого ж не вистачає учасникам так от щодо кризових навчань? Ну, мені лично, звісно, сложно критикувати українців, оскільки вони мої друзі, і ми вже працюємо, як я сказав, з 15-го року. Это не будет критика, это, скорее всего, такой добрый, дружеский совет научиться все-таки находить общие точки и научиться принимать совместные решения. В Украине и в украинцах очень много есть полезного потенциала. Мы видим высокий уровень профессионализма, как я сказал, чего, наверное, говорится, не хватает для того, чтобы нация была стойкой как в громадах, в городах, так и на уровне всей страны. Это, как я уже сказал, способность находить общие точки и принимать совместные решения, не каждый сам себе по отдельности, а совместные решения, и потом двигаться уже в том выбранном направлении. То, что мы видим, исходя из исследований, в том числе, которые делала и наша команда «Стекай Украина», что все равно в обществе есть большой градус поляризации. Это значит, что есть отдельные группы, и они достаточно большие, которые, к сожалению, не общаются между собой, которые принимают разные решения, не аргументируют их и двигаются, так сказать, в разных направлениях. Это уменьшает стойкость. Мы хотим, и в Европе все друзья Украины, в том числе Эстония, хочет, желает и помогает Украине стать более стойкой для того, чтобы люди здесь могли находить, как я сказал, совместные решения. Дуже дякую вам, що сьогодні до нас завітали. На жаль, ефірний час скінчився. Я нагадую, що наш гость сьогодні був Маті Райдма, депутат парламенту Естонії, голова естонсько-української групи дружби та Дмитро Теперік, директор естонсько-української програми «Стійка Україна». Говорили про співпрацю, політику та симуляційні навчання у Дніпрі. З вами була Анна Громачук. Дякую за увагу.